Чума 20 века плавно перешла и в век 21. И по сей день возбудитель СПИДа считается одним из самых загадочных вирусов на планете. Ученым пока не удалось доказать ни одну из теорий его возникновения. Только по официальным данным в Севастополе около 2000 ВИЧ-инфицированных людей. В борьбе за выживание им помогают в специализированных центрах. В первую очередь нужно объяснить пациенту, что он такой же, как все. И это заболевание такое же, как все, но оно имеет свои особенности и в течении своем клиническом, и в лечении. И как только человек поверит в свои силы и поверит вот той команде врачей, сестер и социальных работников, которая готова им заниматься, тогда все будет хорошо. В это неприметное здание на окраине города приходят за надеждой и помощью. Здесь у людей не спрашивают ни документов, ни имен, но дарят жизнь в прямом смысле. С 2006 года в Севастополе стали применять антиретровирусную терапию, которая хоть и не исцеляет, но позволяет контролировать заболевание. От ВИЧ-инфекции на сегодняшний день не умирают. Это заболевание хроническое. Оно успешно лечится, оно поддается контролю. Но важное условие для того, чтобы человек полностью восстановил свой иммунитет и был здоровым, это постоянный пожизненный прием наших препаратов. И эти люди рожают нам деток без ВИЧ-инфекции. Последние 3 года в городе не зарегистрировано ни одного случая рождения ВИЧ-позитивного ребенка. Клиенты, в свою очередь, должны придерживаться целого ряда правил, главное из которых – никаких наркотиков. Нарушителей ждет строгое наказание, их просто выписывают. Но такое случается редко. Может, потому что именно здесь обратившиеся получают не только лечение, но и понимание и психологическую поддержку. Также в центре можно провериться на различные инфекции. Анализ на антитела на ВИЧ можно сдать анонимно. Процедура занимает всего 5 минут. И уже в течение суток вы можете узнать ваш результат. Откровенность среди этих людей – редкость, поэтому в центре с ними работают специалисты. Те, кто не понаслышке знают, что такое всеобщее отчуждение. Социальным работником Людмила стала около года назад, спустя 7 лет после того, как врачи сообщили ей о страшном диагнозе. Она не только научилась жить со своей болезнью, но и помогает справляться с ней другим. Мне помог ребенок и понимание моей семьи к этому. Потому что если тяжело очень быть одному с этой проблемой. Лучше приходить с кем-то общаться, даже приходить к нам, как к социальным работникам, общаться с людьми, которые такие же самые, чтобы было легче. По данным официальной статистики, за последние 2 года эпидемия СПИДа замедлилась, а количество наркозависимых людей среди заразившихся ВИЧ-инфекцией снизилось. Александра Толкачева, Виктор Кислицын, программа «Наше время».